Риа Влад Ньюс отмечает свой 23-й день рождения. Агентство находится по соседству с 8-м каналом, поэтому поздравлять коллег с праздником мы пойдем лично. Ребята, привет! 8-й канал поздравляет вас с днем рождения. И, конечно, еще самое главное – здоровье всему коллективу. Работа в агентстве не прекращается ни на минуту. Корреспонденты РИА Влад Ньюс выпускают новости круглосуточно и оперативно. Делают это 5 человек – Анастасия, Иван, Кирилл и Татьяна. А руководит процессом Екатерина Чернакова, многим известная по острым телевизионным репортажам. Пост главного редактора агентства она заняла совсем недавно, но за короткое время успела стать хорошим наставником. Всегда на связи с ней, даже несмотря на такую сложную обстановку, то, что Катина сейчас пока что болеет, но при этом хочется отметить то, что нас главный редактор всегда поддерживает, всегда нас хвалит, где-то что-то поругает, но мы всегда находим такое взаимопонимание. Анастасия Полетаева перешагнула порог Влад Ньюс ровно 5 лет назад, еще будучи студенткой. За это время у нее вышло много общественно-политических статей и различных интервью с интересными личностями города и края. А еще она одна из первых попробовала на себе новую сферу деятельности. Но, на самом деле, это эмоции, которые вообще невозможно передать словами. Это очень здорово. Сейчас Анастасия делится опытом с молодыми коллегами. Сейчас у нас сформирован штат из новеньких ребят. Это молодые активные ребята. То есть у нас даже еще ребята, которые учатся на 4-м курсе. Это ребята с горящими глазами, которые хотят работать, придумывают свои темы, пишут очень хорошо. И слава богу, то, что у нас такая дружная команда. Кирилл, Татьяна и Иван пришли работать во Влад Ньюс практически в одно время. 3 месяца назад, с разницей в неделю. Кстати, Иван сегодня тоже именинник. Ему исполнилось 22 года. Совсем недавно он попробовал на себе новую профессию. На один день стал дорожным рабочим. Писать мне дается, конечно, намного проще, но, конечно, было интересно. Тут не получится сказать то, что нет, было плохо, просто потому что это все тоже опыт, и это потрясающе. Журналисты готовят эксклюзивные статьи на самые различные темы – политика, экономика, культура и спорт, криминал, красота и здоровье. Я закончила в этом году с красным дипломом журналистику. И сразу, знаете, в омут с головой, как бы сразу какие-то задания. То есть я не сидела там как стажера, что? Мне сразу куда-то стали отправлять, сразу какие-то большие тексты я писала. Я знал, что это самое старое агентство во Владивостоке, которая имеет опыт, ну, грубо говоря, больше всех среди других агентств нашего города. И я поэтому и решил выбрать его. Ну и к тому же преподаватели с моего университета порекомендовали мне пойти сюда, чтобы я получил практические навыки. Ежедневно в ленте новостей агентства появляется информация о самых важных событиях города, края и страны. Актуальные комментарии экспертов, фото и видео с места событий. Стоит отметить, что РИА Влад Ньюс входит в топ-5 самых читаемых СМИ Владивостока. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на 8-м.